Садовый гипермаркет Дарвин. Очень нравится этот магазинчик, люблю у него заезжать. Посмотрим. Добро пожаловать за идеями, эмоциями и вдохновением. Ну что ж, заходим за идеями, за красотой. Вот такая сервировка красивая. Сколько? Вот банан растет. Посмотрите, друзья. 22 990 рублей. Дарвин, не такой вот банан. Я бы не отказалась. Спатифилиум. Тоже большой выбор. Его еще называют женским счастьем. Это цветок. Посмотрела вот такой вот. Стоит сколько он? 1200. Да, все цветы нуждаются в нашем уходе. А вот и денежное дерево. Вернее, это долларовое. Замиакулькас. Ну, цена такой вот 3990. Долларовое дерево будет стоить. Обойдется вам. Это срез активированного уголь таблетки. Они толпали, и вот этот срез за маской. Для украшения дома. Сколько всего можно здесь купить? Всякой красоты. Вот такой ротвейлер в саду поставил. Ну, кормить не надо. Стоит всего 10 990 рублей. Такой красавчик будет стоять. Какие красивые композиции из цветов, смотрите. 3990 такая. А птицы поют, а птицы. Как в райском саду. Ну, здесь красота, конечно, райская. Видите, какая красота. Антуриум, вот 3990, красные эти цветы, антуриум, это мужское счастье, белое это женское счастье, и хорошо, когда в доме и красное, и белое. Пеларгония, пожалуйста, 349 рублей. Моль отпугивает, говорят. Следующий год дракона, да? Вот такая фигурка стоит 39 990, фигура садовая, дракон на шаре. Здесь можно ходить долго-долго и рассматривать всю эту
красоту, выбирает для себя что-то приемлемое. Так. Это Дарвин, друзья, магазин Дарвин. Садовый гипермаркет. А здесь посуда, лавандовая тема. Смотрите, тарелочки, блюдца всякие. Все с орнаментом лаванды. Ну, красиво, конечно. Набор салатничков стоит 1090. Две штучки. Такое блюдо, например, оно стоит 1790. Какое красивое блюдо. Салатник с ручками стоит 1390. Как оно смотрится с ручками. Сервиз чайный 9990. Значит, 14 предметов. Такой вот сервиз чайный. Покажу с другой стороны, смотрим. Что тут еще нам покажет? Какую красоту! Кружка 659 рублей. Такая кружка. Чайничек такой, сколько он дает? 390. Чайный сервиз 9990. Салатник 429 рублей. Такой салатничек. Набор тарелок 1290. Две штучки. Набор две. Две тыквы. Это отдельно продается такая штучка. Сколько он стоит? Горшок для запекания 390. Овальное блюдо 2790 с рыбками. Сёдр. Блюдо 290. Ну, красиво как. Блюдо оливье и лиса 1590. Такое еще блюдо. Поднос сервировочный 499 рублей. Серия охота. Такой чайный сервиз 11990. Тарелка закусочная 899 рублей. Вот серия охота. Чайная пара 1590. Ну, красиво, что говорить. 600 рублей такой подносик стоит. Вот такая фигура. Два перца переплетены, смотрите. На кухне хорошо бы смотрелись. Стоит 3990.
Блюдо тыква. Вот, стоит 4 790. Это вот другая уже тема, розы. Пошли, тоже красивая тема на любителя. Маки. Это все новогодняя тема. 149 рублей подсвечник. Это подставка. Ой, сколько же красоты, божечки мои. Смотрите. Вот такая 399 рублей стоит подсвечник. Смотрите, как красиво смотрится. Ну, на новогодний стол просто то, что надо. То, что надо. Для настроения новогоднего. Ну, Дед Мороз зайчиком. Снеговик 1990. Блюдо снеговик 1990. Такое вот симпатичное. Декоративные фигуры. Римский воин, допустим, стоит 2 990 такой. Фигурки Будды привлекают дом богатства. Я слышала такое. Если этого Будду потереть за пузико. Такое я знаю. Африканская тема. Тигр. Mm-hmm.
Рамка симпатичная, 990 рублей. Если честно сказать, то здесь все симпатично и все интересно. Вот где покупать подарки. Точно найдешь то, что ищешь. Нежная чайная пара. Смотрите, какая. 1490. Красивая. Набор тарелок. 1190. Банка вот такая, например, стоит 990 рублей. Вот это с розовой крышечкой. Чайная пара 1590. Такая. Вот сколько чашек, пожалуйста, красиво. Красиво, конечно. Цена на все вот такая вот, 690 рублей. Это 299. О, нет, это я неправильно увидела. Ежевика 699. Вот это поздравление подарочное. 299. Вот поздравляю. Такой красивый электрический комбин. 28 790. И такой классический Дед Мороз. Ну, какая милота. По акции 400 рублей. 399. Корова с теленочком. Как миленькая.